Шеф-повар Максим Григорьев. Картофель, фаршированный фаршем. Простой и быстрый рецепт отличного блюда для всей семьи – фаршированный картофель, запеченный в духовке. Вкусное блюдо, которое не требует особых временных и материальных затрат. Время приготовления – 1 час 5 минут. Ингредиенты – говяжий фарш 100 грамм. Картофель молодой 3 штуки, лук зеленый 15 грамм, лук репчатый 10 штук, перец черный молотый 1 щепотка, петрушка свежая 1,5 столовых ложек соли, 1 щепотка, сыр пармезан 2 столовые ложки, укроп свежий 3 веточки. Шаг 1. Подготовить ингредиенты: лук зеленый, петрушку свежую, укроп свежий, говяжий фарш, картофель молодой, пармезан, лук репчатый. Шаг 2. Мелко нарубить 1/4 часть лука репчатого, петрушку, укроп, 3 веточки и зеленый лучок, 15 грамм рам. Шаг 3. Добавить в 100 грамм рам фарша порубленную петрушку, 1,5 столовых ложек, укроп и лук. Тщательно перемешать. Подсолить, поперчить по вкусу. Шаг 4. На каждой картофелине 3 штуки, сделать глубокие надрезы. Шаг 5. Заполнить надрезы фаршем. Шаг 6. Расположить в жаропрочное блюдо, промаслить, посыпать пармезаном, 2 столовые ложки, накрыть фольгой, разместить в разогретой до 200 градусов Цельсия духовке, запекать 1 час. За 10 минут до готовности нужно снять фольгу. Приятного аппетита! Шеф-повар Максим Григорьев. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь отзывами в комментариях.